Так что не исключено, что в третий круг могут пройти оба. Чэнь-Джи 6-0-6-3. Сафарова без игры на отказе прошла за Копалову. 30. Первая двойная. Обычная, уже заведомо известная. Матч Азаренко-Пажек. Теннисистка из Австрии подает 0-3. Ну что ж, нужно размачивать счет. Значит, Босу выходит в следующий круг, в третий. И будет играть против Доминик Цибулковой за выход в восьмерку. Слишком впереди сейчас вынесла точку удара. Им в этой матче выигрывает Тамира Пажек. Счет. Возвращаемся с вами к матчу Виктории Азаренко. Тамира Пажек. Это предпоследний поединок на центральном корте. Это замечательно. 1-4. Теннисистка, представляющая А-15. Обстоятельство, что так много она ошибается. Тамира. 15-ти. Первый матчбол. Мы говорили о том, что она, в принципе, очень неплохо играла Тамира. Три. Ритуалы, привычку. Момент отсутствия соперницы, а нет. Но когда соперница долго отсутствует, то болбой. Вторая двойная ошибка в исполнении Пажек. В этом году Тамира Пажек выиграла Эстбурн. Мне показалось, что не было. Каз уже отдала Гиин на свои пары. Но все чаще и чаще мы опять нам пока делали сейчас Пажек. Просит она быстро, неудобно. Она хотя могла это сделать раньше и проще, если бы сумела углядеть, где находится Азаренко. Несмотря на отца, и ответить на этот, ну, супер длинный удар Пажек. Это как бы в подтверждение. За происходящим на корте. В нижней части турнирной таблицы сыграны все встречи. Второго попросить видеоповтор белорусская теннисистка. Ровно. Второй матч был отыгран.